скоро выборы будут проходить, выборы президента Российской Федерации. За кого бы вы проголосовали? Я думаю, за кого бы проголосовал я. А вариантов нет, у нас один президент. Жириновского. За Путина, конечно. А почему? Ну, потому что это наш президент, и, ну, вообще мы в него верим. Путин с внешней политикой, как президент, очень даже устраивает. А вот глава правительства более сильного. Даже не знаю, я еще просто об этом не думала. Я проголосую за кандидата, лидера той партии, в которой состою. За Геннадия Андреевича Зюганова. А почему? Что именно нравится вам в этой программе? Ну, в этой программе нравится то, что она направлена на социальную справедливость. Именно она, никакая другая партия этого не защищает. За советскую власть. За какого кандидата вы бы проголосовали? За самого лучшего. Что для вас значит идеальный кандидат? Какая программа? На что упор должен сделать кандидат, чтобы вы за него отдали свой голос? Борьба с коррупцией, наведение порядка в стране. Скорее всего, будет предпочтение отдаваться тем кандидатам, которые будут как бы сохранять то, что есть, и, конечно же, развитие на будущее. Хотелось бы, чтобы, вы знаете, обратили внимание на матерей-одиночек, например. Сейчас развиваются же дети, ходят в секции. Вот, хотелось бы, чтобы ну как-то бесплатно или скидки какие-то были. Зарплаты, чтобы повышались побыстрее. А так, в принципе, все устраивает.